Я всех приветствую. У нас карантинная самоизоляция, карантинная в полном разгаре. И вот с такого странного видео я с такого странного вот вида я начну вам сегодняшнее видео. Ну, как бы каждый сходит по-своему с ума, кто-то сходит, кто-то не сходит. Но я вот, да. И поэтому вот такие вот вещи я вам покажу. Что дальше будет делаться, вы, наверное, сможете предположить. Вот это у меня инкубационные яйца. Здесь и вот здесь несколько пород. У девочки содержались птички в одном птичнике все вместе. Такие, знаете, дворняги я называю их. Здесь, значит, Ломан Браун, черная московская, Михеленская кукушка и Брама. Мясо яичные такие. Больше даже, наверное, мясные породы. Вот такие вот яйца. Довольно-таки, ну, приличные по размеру. Есть покрупнее. Все разные формы, разного цвета. Есть потемнее такие вот. Даже есть вот сиренево-розовые какие-то в крапинку. Птичек этих я лично видела. Они классные, очень красивые. В общем, мы с вами будем выводить птенцов. У нас как раз, наверное, примерно столько времени есть, чтобы повозиться с механическим инкубатором. Я вам буду все очень-очень подробно рассказывать. Но у меня не только такие яички. Сейчас я вам покажу другие. Вот здесь у меня... Амираукана. О, вот такие голубые яички. Красота. Они не крупные, но форма очень красивая, очень необыкновенная. Вот таких вот урвала 7 штучек. Вот какие есть яички. Посмотрим, что из них выйдет. А вот здесь у меня просто мечта. Моя мечта. Может, кто-то по виду угадает, кто это. Но в основном, я думаю, нет. У меня направление же другое, садоводческое. Это яйца ухеи люя. Это птички, которые называют их 5 и 1. Переводится дословно. Это все-все-все черное. И вот такие зеленые яйца. Черный гребень, черные глаза, черные ноги, черные перья, черные кости, черная кожа и зеленые яйца. Вот такие красавцы. А это мне в подарок подарили. Лохмоногих брама лохмоногая. Очень крупная курица, очень красивая. В общем, я могу говорить об этом вечно. Вот сегодня такое обзорное видео, кто у нас будет заселяться. А дальше я буду показывать в следующих видео, как это будет происходить, что за аппарат у меня, что я с ним буду делать. И мы будем наблюдать. В общем, всем не скучать карантине, никому, всем быть здоровенькими и веселенькими. Пожалуйста, найдите себе занятия и отвлекитесь от серьезных мировых проблем.